Всем привет! Режу панно. И вот, если видно, волны здесь. И хочу сделать из медицинской иглы, советской, старой, толстой, выборку маленькую. То есть, стамесочку, которая будет работать по мелочевке. Сразу напрашивается слово волосы, но на самом деле не только волосы, и многое другое можно будет резать таким резцом. Снял немножечко на крупном камне, не хочу возиться с моторчиком, менять камень потоньше. Решил над фильком снять примерно половину. Половину. Вот у меня еще одна игла такая осталась. И если будет видно. Вы понимаете, да, что труба и верхнюю часть мы стачиваем, чтобы получилось выборка стамеска для резьбы по дереву для мелких работ. Ну вот что-то типа этого. Сейчас тут почистим и будем делать заточку. Снимаю заусенцы кругляшом. Будет отличная стамесочка. Я дело в том, что делал уже такие, но немножко с другой иглы. А эти иглы мне прям понравились, и я их взял. И сейчас мне как раз нужна такая стамесочка. У меня есть, в принципе, но Хочу попробовать это. Вот о чем я говорил. Это даже игла еще тоньше. Это чуть-чуть даже потолще. Вот оно. Даже влазит одно в другую. Посмотрим сейчас. Буду затачивать. Прохожусь на нулевочке. Задал кромочку. Сейчас на нулевочке я сниму шероховатость. И вот есть такая штучка у меня. Есть, конечно, моторчик с кожей, но я думаю, что для таких вещей нужно это делать вручную. Слишком мелкая. Резак слишком мелкий. Да, и для таких целей я использую вот такие вот очи. Одеваем очи и смотрим, смотрим, усматриваем. Есть тут еще поработать на нулевочке. А даже подсветка есть. Так вот. Приготовил я ручечку такую. Давления сильного не будет. Конечно, это сосна, хвойная порода, мягкий материал, но думаю, давления сильного не будет на такой резак. И хочу вбить вот на такой вот чопик. И, в принципе, резачок готов. Хорошо бы это сделать из твердой породы, и тогда будет наверняка.
Так, дело сделано. Вот что у меня получилось. Вот такой вот инструментик. Но стоит уделить время, чтобы поточить его хорошенько. Я где-то полчаса игрался только на выправку. Вот как он против волокна идет. Ручку, конечно, я переделаю. Если он мне понравился, то ручку, конечно, я переделаю на твердую породу. Вот, против волокна идет отлично. Все-таки медицинская сталь, как я думаю. Но если кто-то умеет закалять правильно сталь, то поделитесь, как бы это сделать, чтобы можно было использовать такую стамесочку и по твердым породам. Вот, снимаю уголок. Это липа. Отлично все. Все отлично. Еще такой момент. Здесь вот застревать может стружка из-за того, что кончик забился сюда и все. Поэтому лучше заранее сюда забить какую-то палочку, чтобы он просто не заходил. То есть щепки не заходили туда, и потом будет сложно резать. Панно дорежу, покажу, я все снимаю. Всем привет!